Привет, народ! Я продолжаю играть в самую лучшую игру на свете The Stanley Parable, поражающая своим геймплеем, сюжетом, кстати, сюжетом особенностей и... не знаю. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Я знаю, я... А, кстати, я сейчас правильно веду код, действительно. Да, я в прошлый раз неправильно вводил код, я помню. Я не допущу такой ошибки. Да никого тут нет, ну что? Я упал на колени, вот я буду играть по твоим правилам, ладно, еще раз. Ну ладно. О, излишне ты драматизируешь, а? But when at last he began to move about and surveyed the situation, да ладно, почти целый час. Все преувеличишь, я лежал там максимум пару секунд. А может я найду тут секретный путь? Может, здесь все-таки скрывается тайна? Скажи мне код, я то его не помню, кстати, какой-то был. Что? Ведь это, хотя я тебе не сказал уже, из прошлого моего, да? Да я знаю, что он откроет. Контроль сознания. 2, 8, 4, 5. Я все сделаю правильно. Так, тихо, спокойно, сейчас нельзя ошибиться. Вот я нажимаю 2. Да я знаю его, уже несколько раз ты мне его говорил, так что сейчас я его веду правильно. 2, 8, 4, 5, отлично. Круто. Действительно невероятно. Фантастика. It's fantastic. Слушай, а что вот эти жалюзи так закрылись, интересно? Ну ладно, я пойду дальше, я знаю, что там будет. Да-да-да. Да-да-да, тут там у нас какая-то темная комната, но там ничего нету. Пойду по уже проверенному пути. Нажму на кнопку. Слушайте, а может, если я повторю ту же сюжетную линию, те же свои выборы, как и в прошлый раз, что-то случится, все-таки изменится? Может, игра это предусматривает? Но кто знает. В итоге игра загружается. В этой игре, я так понял, всего два левела. Первый левел и второй левел. Вот это второй левел, и обычно второй левел значит, что мы ближе к концу игры истинному. И в прошлый раз мы действительно оказались ближе к истинному концу игры. Мы оказались на природе и были счастливы. Да, сейчас мы узнаем страшную правду. Но я и только знаю, и поэтому я пойду и уволюсь. Найду выход. Это же выход из игры, черт побери. Это выход из игры. Люди, реально, я нашел выход из игры. Охренеть. Вот он, вот он. Я, по-моему, исследовал все остальные варианты, и теперь... Да, я хочу выйти, потому что... Слушайте, знаете, если там жестокая смерть меня ждет, то я просто умру, и все. И больше никогда в эту игру не играю. Это странная игра. Я никогда в нее больше не сыграю, если меня там ждет... Хотя он наверняка меня опять обманывает, никакая смерть меня там не ожидает, это все на... Опять-таки пытаются меня... Он обмануть меня пытается. Не-не-не, я не хочу. Какой-то еще верный путь, что нахера мне это надо? Длинный коридор, кстати, ололо. Действительно длинный. Да мне плевать. And willingly confront his death. Ай, знаешь, я уже умер в этой игре, по-моему, два раза, да, два раза в этой игре умер. Один раз я от ядерного взрыва, другой раз от приступа, от того, что я просто как бешеный ходил по улицам. Может, в действительности я сейчас выживу, и ты действительно знаешь, что пытаешься меня напугать смертью, но я уже ее не боюсь. Я уже ее не боюсь. Я просто хочу закончить это все. И, может быть, все-таки узнать правду, настоящую правду, а не этот бред про то, что это все бред. Это же не бред в конце. Блин, что-то там таинственно как-то. Но я прыгну туда. Так, куда-то я упал. Я куда-то упал. О боже, я куда-то упал. Я куда-то упал, народ. И черт побери, куда я упал. Я что, умер? Не говорите, что... А, нет, я живой. Я живой, круто. Охрененно. Третий уровень загрузился. Еее, мы сделали это. Я так и знал. Я так и знал, что не все так просто. Черт побери, я так и знал, а? Я сейчас найду выход из этой игры. Нормальный выход из этой игры. С титрами и совсем такой. Что? Нет, я все равно умру. Нафига тогда надо было загружаться? Я знал всю историю. Блин, я не могу никуда спастись. О, вот что я сделал. Охрененно, я, короче, вот так вот сделал. Не-не-не-не-не, я не умру, смотри, смотри. Не-не-не, сейчас она меня просто не сожмет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Не сожмет. Farewell, Stanley, cried the narrator. As Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Это другой голос. In a single visceral instant, Stanley was obliterated. As the machine crushed every Слушай, зачем так описывать? Это же столько лет. Для этого есть хэппи вилл. Почему голос другой? Почему изменился голос? Нет, я не умер. Я все еще живой. Отлично. Я прекрасно. Нет, это прекрасно, я живой.
Так, спокойно. Это другого Стэнли там прижало, а меня нет. По-моему, что-то пошло как мне надо. Как по... Стэнли Пэрабл? Так, тихо, тут слишком темно. Я все еще ориентируюсь в пространстве. Что? Нет, не дай бог! Я думал, я нашел истинную концовку. Тут должна быть истинная концовка. Рассказчик хочет, чтобы я ненавидел эту игру. Вот что он хочет, этот ублюдок. Почему говорит не рассказчик, а ты? Что это за тайна очередная? В этой игре слишком много тайн. Там какой-то лифт. Сука. О, нет, там что-то другое. Это не лифт. Стэнли Пэрабл, может, это действительно начинается игра? Я нашел истинную концовку, истинную. О, охренеть. Do you see that Stanley was already dead from the moment he had start? А тогда где я сейчас нахожусь? А кто ты такая? Это женский голос. Я понимаю, Стэнли умер. И что это ему? Это... А, точно, я так и говорил. Это загробная жизнь. Это все загробная жизнь. Тут у нас какие-то картины. Давайте почитаем. Природу рисовали. Ну, это вообще не картина, а фотография. Ну, ладно. О, Стэнли компьютер Стэнли. Я могу нажимать на кнопки на нем, я знаю. Но сейчас не нажимается почему-то. Ладно, а тут что у нас? Это, по-моему, схема того офиса, в котором мы были. Здесь проектировали все, весь этот бред, который с нами происходил. Коридор. Ну да. О. Слушайте, здесь объясняют все элементы игры. Почему я выбрал левую или правую дверь? В действительности это было важно. Да. Ну ладно. А тут у нас что? Кабинеты. Круто. Слушайте, тут вообще все объясняют. Я нашел истинную концовку. Это по-любому истинная концовка. Охренеть. Тут какие-то двери. Они открываются? Нет? Офисы. Круто. Номер 1, 2, 3. Кнопки. Button sound. A selection of the sounds used through the game when the button are pressed. Я не слышал звуков, кстати, когда нажимал кнопки. Может, сейчас будет? Да нет никаких звуков. Чё-то... Возможно, моя... Может, моя игра сломана? О, подождите. А сейчас я слышал звук. Один. Ух ты. Ну, я не думаю, что из этого... Нет, я не пианист великий, думаю, не получится мне ничего сделать. О, титры! Я нашел титры! Я нашел чертовы титры! Охренеть! Вот вы засранцы, которые это сделали. Оригинальный артворк, Steam Support. Слушайте, это все равно маленькая игра. Вы сделали какую-то халтуру. Нет, нафиг, я даже не буду читать вас. Вы сделали какую-то халтуру в действительности. 431, 436. Офис, и что? А тут что? Maintenance room. Я что-то не помню этой комнаты. Или она была? А что у нас в той двери? Ну, это действительно театр самой игры. Здесь показывается все, что было в этой игре. Очень маленькой игре. Как это вообще можно было назвать полноценной игрой? Это издевательство, если честно. Офис клок, часы офисные, круто. А здесь что? А здесь босс офис. Да все это я видел! Знаете, зачем мне этот театр показывать, если я здесь недавно был? Давайте, ладно, просмотрим еще вот эту комнату. Что у нас здесь? Какие экспонаты стоят интересные. Круто. Да ладно, что, серьезно? Вау. Underground, да. Да, через все это мы прошли. А там что у нас такое в темноте? Я слышу этот голос сраный. Ненавижу этот голос, честно говоря. Он мне может даже сниться будет в ужастиках. National Text. А, это голос рассказчика. Круто. Слушайте, это отличный титр. Это самый лучший титр, который я когда-либо видел в играх. Ладно, за Стэнли Пэрабл можно похвалить хотя бы за то, что они сделали самые лучшие титры в мире. Да, ну и в общем, классно меня потроллили. Если... Да. У нас там есть куда-то лестница наверх. Что там у нас? Картина какая-то. Freedom Ending, да, свобод... Одна из лучших концовок. Эта концовка мне больше всего понравилась, знаете. Прекрасная была концовка. О, а тут у нас что? Круто. Countdown Desk. Точно, точно. Занавес. Отсчет. Freedom Ending, да. Ой, не, я не видел такого пейзажа. По-моему, такого пейзажа я даже не дошел. А почему я не дошел? О, там можно вырубить Стэнли Пэрабл. Круто, я так и сделал. А тут что у нас? Монитор, рум, элевейтор. Крутота! Да-да-да. У меня была свобода выбора, нажимать вверх-вниз, но лифт этот никуда не ехал, черт побери. Все это, все понятно. Слушайте, я не хочу по вашим комнатам ходить, хотя это, конечно, интересно увидеть, как они все делали. Это такие, знаете, есть же комментарии разработчиков в играх, например, Half-Life 2 оставляет Valve все время, да, там, или в другие свои игры. Вот здесь такой вот своеобразный комментарий разработчиков вместе с титрами, вместе с концом игры. Ну и да, похоже, мы сейчас закончим играть в Stanley Parable, вот так вот нашли все-таки истинную концовку. Но кто знал, что нам надо будет идти туда? Каким образом я должен был догадаться? Ну, в итоге слово Escape, похоже, все-таки стало смысловым. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another.
How they wish to control one another. How they both wish to be free. Чё, про что ты говоришь? То, что я хочу выключить игру, да, я сейчас ее выключу, в конце концов. А про того чувака, да, он, сукан сын, тот еще засранец. Пытается, издевается надо мной все время. Да, счетчик он. Да, все! Отличная была игра, спасибо. Наверное, сейчас игра, кстати, сразу вырубится, так что я сразу вам говорю, что. Ну, это была отличная игра. Если. Отличная игра, в кавычках, или не знаю. Нет, это была отличная. Короче, я не буду говорить, что это отличная игра, ладно. И в итоге спасибо, что посмотрели это видео. И на этом, наверное, все. Смотрите другие мои видео и подписывайтесь на канал. А пока что. Ладно, подождите, еще не все. Да, я понимаю. Sometimes these things be seen. Да я все понял, все, отлично, спасибо, голос, ты мне все объяснил. But listen to me, you can still save these two. Чё? You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Что? As you move forward, you'll be watching someone else's. Да. Stop now and be your only. Кстати, да, я смогу выбрать, у меня есть выбор, я могу выйти из этой игры. Time choose for you. Don't let time. Черт, я не вышел вовремя, надо было это сделать. А что теперь будет? Я должен был это сделать. Эскейп и выйти из игры. И все. А в итоге мне просто пришел конец. Ну, я и так прошел игру, да? Я же прошел игру. По-моему, черный экран смерти значит, что я... Черный экран смерти, интересно. Да, я вроде прошел игру. Ну, то есть ничего не происходит. Никаких действий. Я прошел игру. Да. Я прошел игру! Почему черный экран? Что за черный экран? Я могу нажать Esc, например. Продолжить игру. Начать игру сначала. Я не хочу начать. Игра на паузе. Я не вижу, в чем тут пауза, в чем смысл этой паузы. Может, я попробую понажимать всякие кнопки. Но ничего не происходит. Действительно ничего не происходит. И значит это да. Я, конечно, после этого еще подожду минуты 5, но чтобы не утомлять вас. Наверное, закончу пока что на этом все. И если ничего не случится через эти 5 минут, то это последняя часть. И я прошел. Прошел игру Stanley Parable. И действительно, уже вот на этом все. И спасибо за просмотр. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Mm-hmm.